Здравствуйте, друзья, это Владимир Жанковский в программе Market Weather. Акции США выросли в понедельник, так как инвесторы надеялись на большую прибыль на этой неделе, ожидали выхода плана по стимулированию программ коронавируса от республиканской партии. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл наконец заявил, что республиканцы готовы представить свои долгожданные детали очередного $1 триллион пакета COVID-19. Однако демократы предпочли не указывать на полное единодушие. S&P 500 оказался по итогам дня на 0,74% выше, в то время как индекс промышленных голубых фишек Dow Jones подрос на 0,44%, а NASDAQ Composite выстрелил на 1,86%. Золото подскочило до рекордного уровня в $1944 за унцию, что было вызвано ростом числа новых случаев коронавируса в США, которые добавили экономической неопределенности. Акции Moderna выросли после того, как компания заявила о получении дополнительного правительственного гранта в размере $472 миллиона для финансирования своей вакцины против COVID-19.